пятницу поздно вечером поступил 25-летний боец с тяжелыми ранениями головы. Два осколка очень большого диаметра пробили голову. Один из осколков вошел через глаз, и нейрохирурги, по сути, всю ночь спасали этого парня, доставали осколки, доставали мозговой детрит, осколки черепа, которые глубоко проникли в головной мозг. В настоящее время, сегодня утром, он пришел в сознание, и мы точно знаем, что его жизни уже ничего не угрожает. Он пошел активно на выздоровление, нету никаких неврологических дефицитов. Именно хирурги больницы Мещерского сделали все возможное по спасению нашего бойца.